Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев. И сегодня я нахожусь в городе Измит, Турция. И мой собеседник, герой этого интервью, Салим Абанос. Ну, или как... По-свойски, да? По-свойски, Шарип Ахмадов, известный советский, российский и турецкий дзюдоист. Ну, ныне, конечно, больше, наверное, так, турецкий, да? Да, уже больше, 30 лет уже. Да. И сегодня главный тренер юношеской сборной Турции до 18 лет. Мы поговорим о дзюдо, как вы начали дзюдо, и о дзюдо немножко в Турции, и в особенности хотелось бы поговорить о вашем клубе. Вот. Ну, начнем, наверное, с самого начала. Вообще, откуда вы родом и как началось ваше знакомство с дзюдо? Я сам из рода Чечни, я из города Грозного. Родился в 1969 году, 1 августа, мне уже 54 года. Начал заниматься дзюдо, по-моему, с 10 лет, примерно вот так было, да. Старший брат тоже был дзюдоистом, у нас семья дзюдоистов и младшие все. И он привел меня на тренировки, тогда тренером Локомотива у нас был Куцарь Феликс Петрович, такой выдающий тренер был у нас. Сейчас его нету. Начал, конечно, как... Не думал, что так серьезно будет, конечно, но так... Дзюдо, это, знаете, как начнешь, потом так притягивает и не отпускает. Втягивает, как болото, да, и не отпускает. И, наверное, если как уже серьезно уже начинаешь, это уже, по-моему, уже до конца уже так. Потому что дзюдо, если начинать... трудно, но потом оставить дзюдо это вообще невозможно. Хоть старости лет, но все равно это уже конкретно. Да, выступал за сборную СССР, выступал в СНГ 22 года, когда было, переехало в Турцию. Вот когда уже перестройка туда-сюда, кто как мог. У нас получилось, что приехали туда на турнир, после турнира мы остались тут. Уже 30 лет в Турции. Ну вот вы сказали, дзюдо затягивает, но мы с вами до этого общались, сказали, что любили футбол, и даже футбол как-то больше тянул. Немножко вот об этом переходе с футбола на дзюдо. Знаете, как все, наверное, пацаны, мальчишки, футбол все время любили гонять и в школе, и во дворе, там везде. Раньше телефонов не было, компьютеров не было. Единственное, что было, тетрис, наверное, и то у не каждого было. Да, сильно любил, в принципе, и неплохо получалось у меня, да. Хотел заниматься футболом дальше. У нас команда «Терек» была в то время еще. Почти туда попал. Ну, спасибо старшему брату, конечно. Повел меня на дзюдо, так, чуть-чуть заставил, конечно. Он мне до сих пор говорит, не жалеешь, типа, мол, я тебя туда забрал, туда перевел. Я говорю, уже поздно, что жалеть? Да, дзюдо это для меня, честно сказать, все. Вся жизнь, если дзюдо не было того, что у меня сейчас в данный момент. Есть в данный момент. Конечно, трудности, как и всегда, как и везде, бывает, конечно, но без трудностей этого не бывает. Но футбол все равно смотрите. Да, футбол смотрю. Я честно сказать, и люблю футбол смотреть, и болею. Играете немножко? Да, да. Не только немножко. Даю жару молодым даже. Но никак, конечно. Но до сих пор, да, люблю, играю. С командой все время играю, со своей турецкой командой, сборной. Наоборот, больше них стараюсь бегать, там, чтобы там поднять дух команды, короче. Я их даже упрекаю иногда, типа, я такой уже старый, уже больше вас бегаю, играю там. Футбол, да, если не дзюдо, 100% футбол, думаю.
хороших результатов взял бы. Но у нас, знаете же, и в СССР, и в России футбол не так уж популярный был, как в Европе или там где-нибудь в других местах. Там. Тем более в Грозном. Футбол так слабоват у нас был. У нас побольше борьбы. Борьба, бокс, штанга, там вот такие виды единоборства. Чем притянуло дзюдо? Вы знаете, тогда, в то наше время, например, все школьники, почти все выбирали вид спорта дзюдо, вольная борьба или классика, или штанга, бокс. Вот такие виды спорта у нас. Ну, это в Чечне так, вы имеете? Да, в Чечне я имею в виду, потому что тэквондо, карате, вот этих видов у нас, может, и были где-то там. Запрещено же было карате в то время, да. Но вот эти виды конкретно у нас... И тренера были, и специалисты были хорошие, и залы были. Все туда шли. Так, даже до сих пор у нас много видов спорта нету, единоборства конкретно у нас до сих пор. Очень способные, хорошие ребята просто. Кому-то не везет выйти там. Вот у нас так получилось, что мы выехали сюда. У нас дома, конечно, конкуренция конкретно сильная была в СССР, в СНГ. И сейчас даже. А тут намного легче выйти в европейский, мировой, короче, вот, на турниры, на чемпионат Европы, примерно в России, чтобы попасть в тройку, конкретно труднее, чем в Турции стать, я не знаю, по ростам, там, по молодежи стать первое место. Но в принципе неплохое, но по сравнению с Россией, конечно, слабовато. Вы сказали, что ваш первый тренер был Кусов, да? Я как слышал, что это один из, так сказать, родоначальников, да, развития вообще дзюдо в Чечне. Да, да. Что вы можете, ну, сказать о нем как о тренере, вообще его влияние на вас с точки зрения выбора и дальнейшего продвижения в дзюдо? Я вот так скажу. Когда мы занимались в зале, уважение к тренерскому составу, конкретно, потолок был конкретно, уважение старшим, не только братьям, а старшие по возрасту нас, мы там даже ничего и говорить не могли. Такое уважение было не только старшим, а в зале вообще такая тишина была. Куцель Феликс Петрович, он мой личный тренер, как человек я его сильно уважал. Может, он хотел еще много чего-то знать, но я и вот мои друзья, мы когда переехали, это мне было уже 22 года, вот такой возраст, мы даже не думали переехать, но так получилось на Кубке Европы в Стамбуле, так получилось, что мы как команда заняли первое место. Судьба повернула в эту сторону, конечно, он был расстроен, что мы тут хотим остаться. Ну, потом объяснили ему там ситуацию. Тогда еще у нас дома таких условий тоже не было. Вот когда уже... А вот можете вспомнить немного, рассказать сегодняшним с нашим слушателям молодым, вообще как он вел тренировку, ваш тренер? Что в нем было такое, что вот он притягивал? Знаете, там, вот это? Сейчас я как тренер, уже 30 лет я почти уже тренером работаю, не только в своем клубе, не только в сборной, там, юнош, я молодежный, взрослый, женский, везде я работал. У нас, знаете, например, я вот с турками, например, вожусь, там, я не знаю, как с ребенком. У нас, например, тренер, да, вот в зале раз, все в круг становятся, он какой-то бросок показывает, и все этот бросок делали конкретно там, сколько и надо работать. А тут ты идешь там и так красиво, там ласкаешь там его, там, чтобы он не обиделся, чтобы он на тренировках, знаешь, не пропускал, чтобы он... У нас вообще такая дисциплина была. Опоздал, вообще даже в зал не заходи бы. Даже да, не спрашивай, можно зайти, не смели даже говорить, опоздал. Садись и там смотреть тренировку. Два часа сидели, смотрели тренировку. Даже мы боялись, знаешь, такое уважение было. Опоздал, не заходили мы просто. Конкретно, такая тишина, такой, знаешь, тренер для нас, но конкретно он был. Родители, да, вот, например, даже иногда вот тренер там вышел. Потому что что он не скажет, мы все делали.
Ну, конечно, это уважение обоюдное было, конечно. Мы его уважали, он как нас, спортсмен, нас уважал. Вот старались запоминать, вот если один раз покажешь, старались запоминать это все, и потому что в зале одна тишина была, там не только боялись там что-то сказать, и так и не брали всех сразу в сборную или там ту команду, которая тренируется как сборная, да, как первая команда там, чтобы зайти на эту команду в тренировки, там 2 года там в маленьком зале тренировались, только потом оттуда выбирали в большой зал. У нас там еще тренера были. Специалисты хорошие были, честно. Вот до сих пор все это, да. Конечно, сейчас как тренер уже время проходит, и прибавляешь как себя. Так. Это же как учеба, учишься, да, тренерскому вот этому. Спортсмен это другое, а тренерская работа это конкретно другое. Потому что спортсмен сам за себя, да, отвечает. Ты можешь... Хочешь тренируйся, хочешь не тренируйся, там, сам за себя отвечаешь. А тут ты должен отвечать за всех спортсменов. И у каждого свой характер, свой нрав, там, я не знаю, там, у кого-то там то, там, другое, там, все разные. И подход нужен каждому по-своему. А когда сам, то это легко. Ты знаешь, у тебя цель, есть какая-то цель, и ты идешь к этому цели. Если тебе это помогает, тренерский состав, там, со сборной, там, друзья, тебе легко. Я думаю, намного легко, и ты знаешь, идешь к этому цели и стремишься к чему-то. А тут, например, да, тем более сейчас с турками, я не знаю, может это с турками, не знаю, может это везде так уже. Раньше это по-другому было. А теперь вообще, да, не знаю, может время поменялось, время так и так поменялось, конечно. Может того, что сейчас у них есть, может у нас не было, может из-за этого. Нам не было заняться другим, может, я не знаю, может, мы, если в это время, я не знаю, может, я тоже таким бы был бы. Но я знаю точно, если хороший тренер был бы рядом со мной и сейчас, то без проблем я делал бы свою работу конкретно. Когда в первый раз, вот можете вспомнить, вы вот так почувствовали, что все-таки вот дзюдо вы можете быть не просто... ну, там, мальчиком, который приходит заниматься на тренировке, а именно, что вот для вас интересно показать какой-то спортивный результат. Когда вот это первое появилось? Роман, я, например, как и все ученики, мы учились в школе утром, до обеда в школе, потом со школы домой, там, что хватали, там, что успевали там взять, иногда пешком 5-6-7 километров ходили пешком на тренировки, и обратно тоже так. Это сейчас ты не только пешком, даже на автобусе не хотят ехать там вообще, там, или там отвозят каждого своего ребенка, там уже там, все уже готово. Трудности у нас были. Было такое время, я помню, в зале у нас горячей воды не было. Много-много времени не было горячей воды. Я помню, большое ведро мы брали, вот эти большие кипятильники, после тренировок согревали воду, там, короче, купались, вот так и домой шли. Домой шли 7-8 километров пешком, буханка хлеба, сырок, там, газировка, и пешком все, 5 человек, 10 человек, там, друзьями пешком шли, потому что после тренировки и час пик рабочий, там, автобусы заполнены были, помните, тогда еще были икарусы, они даже на остановке иногда часто стояли, они проходили, а когда он полный, он проезжал, не останавливался. И приходилось пешком идти, трудности конкретно были, но с удовольствием эту работу делали, потому что знали, что я, знаете, это я уже почувствовал, что я могу, когда мне было 14-15 лет, потому что я уже начал конкретные результаты давать. 17-16 лет, вот эти года, я уже знал, что у меня будет получаться, ну хоть это будет трудно, потому что в СССР это трудно было проходить. Вооруженные силы, 17 лет, 16 лет, вот перед армией тоже и взрослый выиграл, и молодежный выиграл. Уже я знал, и родители знали, что я уже пойду по этой линии. И конкретная была поддержка от родителей у меня, вот от брата. В это время уже
все понимали, что что-то получится, конечно. Но, конечно, я ждал от себя большего. Ну, так, иногда судьба так. Ну, в клубе у вас был хороший коллектив таких вот, ну, как-то, можно сказать, таких заряженных на результат ребят. В клубе дома? Да, дома, в Чечне. Да, там конкретные ребята были, очень хорошие. Братья Вараевы, Мараевы, короче, Бахаевы, там чемпионы СССР, чемпионы Европы, много раз чемпионы Европы были, призеры Олимпиады, мы с ними тренировались. Конечно, пару годик они старше были нас, Вараевы, Башир, стремились, да, быть как они, даже лучше, так старались тренироваться. Видели, как они тренируются конкретно. То, что мы делаем, они делали 2-3 раза большего. И старались их догонять так. Так смотрели. Например, после тренировок мы пару раз, они там за один раз, 4-5 раз на канат, например, лежат. Старались то же самое делать, например, жгуты, там и там тоже жгуты. Там. Но было на кого равняться. В Турцию переехали, получается, вы где-то, это был 91-92 год, да? В 93-м году. 93-м. Мая, 10 мая мы переехали сюда. Ну, вы не один, а у вас как бы группа... Да, мы в то время, да, у нас было 7 человек, конечно, после этих 7 человек, трое обратно уехали, четверо мы тут остались. У них не было тут вообще... А кто остался? 93-го. Я, Хусейн, Бекташ и Зелимхан. Мы вчетвером до конца тут остались. Ну и все вчетвером, как я знаю, в принципе, достаточно высокий спортивный результат начали показывать, за Турцию уже выступая. Кто помогал вам здесь, как тренировочный процесс был организован? Честно сказать, Роман, когда мы переехали сюда, 92-96 год, у нас именно был азербайджанец тренер Муса, у него контракт был. Ну, мы 2 года так поработали, может, чуть больше, вот олимпийский цикл мы уже, тогда, может, знаете, первый раз уже начался вот этот, кубки, очки, рейтинг, вот это, в 92-м году, потому что не было, в 96-м первый началось, и мы попали прямо туда. Тогда, да, мало турниров было, конечно, были Кубок мира и Кубок Европы тогда. Там не как сейчас, Гранд Слам, Гранд Прикс, каждый месяц там по 2-3 турнира. По-моему, всего лишь там, по-моему, 10 турниров, так помню я, были. Московский турнир был, в Германии турнир, в Австрии, в Голландии такие турниры были, в Швейцарии был. И мы, конечно, вот четвером приехали. Трудно было сперва, конечно, язык не знаешь, ничего не знаешь. Те условия, которые нам обещали, конечно, они не сделали это. В течение 2 годов, конечно, пока мы не стали на ноги конкретно, трудно было, но без трудностей не бывает, тем более в чужой стране. Тем более у них вообще европейского, мирового и олимпиады вообще там не говорить нельзя. Только одна девчонка была, в 92-м году, третья была у них. А у пацанов вообще медали не было, вообще никогда не было. В 92-м году, имеете в виду, на олимпиаде? В 92-м в Барселоне одна девчонка, третья стала у них, 48 килограммов. Турчанка. А у мужчин вообще медали не было. Ни по молодежи, ни по взрослым вообще медали не было. Первая ваша европейская медаль Первая медаль в 93-м. Мы в командой Франкфурта на Майне третьей стали. Команда это за Турцию? Да, за Турцию, да. Все мы вот боролись. Хусейн боролся, Бекташ, Татарову. Мы уже боролись, да, за Турцию. Первая наша медаль, это командная медаль, третья медаль. Потом уже Польша в 2004 году, Гданьск, Европа там была, уже взрослая. Я третьим стал, опять Татарулу третье место занял. Ну, до этого Бекташ тоже, по-моему, Южную Европу выиграл, на мире третьим был. Ну, уже результаты пошли уже. Потом уже Хусейн конкретно прибавил. Европа, мир, потом Олимпиада. И вы уже начали готовиться к Олимпийским играм 96-го года? Честно сказать, мы сами и готовились бы. Мы четвером и сами готовились на Олимпийские игры, на все чемпионаты. Того конкретного тренерского состава не было, чтобы нам подали, знаете, что-то такое серьезное, чтобы нас потащить выше, помочь.
Ну, хоть Муса хоть и помогал, но потом Муса контракт закончил, он уехал. Но все равно не было такого этого, чтобы, знаете, как в России или как в других хороших странах, где дзюдо развивается, поддержки нам. И тем более еще тогда экономика вообще слабая была тогда. Это сейчас клуб, Олимпийский комитет, там везде, везде только и платят, лишь бы ты боролся, лишь бы тренировался бы. Вы хотели участвовать на Олимпиаде? Мечта была? Как тренер? Нет, вообще? Как спортсмен. Конечно, это уже каждого, да, каждого спортсмена, если он тебя чувствует, да. Ну, знаете, что у меня? Я боролся в 65, легкая травма такая, ребра. Меня так отбросило на полгода, да. И пришлось 71 перебраться мне, потому что 65, Бекташ на мире третьим стал. Усень там поднялся. Но у нас такое это было, что мы в то время только один человек мог выступать на Европе, на мире. Это сейчас по два человека. Mm-hmm. У нас еще проблема такая была. Мы все втроем в одном весе были. Mm-hmm. Усень 60 уже не стал гонять, он уже поднялся. 66. И я в 71. Ну, набрали очки на Олимпиаду. Вот так поехал. Я на Олимпиаде в Аталанте был 67 килограммов. 71 боролся. Но все-таки ваша мечта сбылась, поехать на Олимпиаду в Атланту. Да, ну это, конечно, сбылась. Ну, видите, это же уже самый потолок такой, да, Олимпиада. Там по-другому медаль взять, там на пьедестал стоять. Это каждого спортсмена цель такая, чтобы туда пойти. Да, потом, конечно, вес поменяли, они еще 73 сделали, и так не хватало. Потом 71 и так еле-еле. Когда приняли решение завершить спортивную карьеру уже? Я, знаете, я в принципе, когда мне было, по-моему, 31, по-моему, так решил уже, что уже все. Отбросился. Последний раз отбросился в Испании, сейчас год не помню я. По-моему, или первый, или второй год, 2001 или второй год в Испании, по-моему. Европа была. Понял, что уже все. Просто у меня веса было. Недовес был конкретный. 73 килограмма, потому что уже люди там с 80 килограмма гоняют, чтобы там, да, съесть на это, тем более Европа, мир. А тут я 71 не мог набрать, а там уже внизу Хюсейн и Бекташ, они уже там, блин, можешь один выезжать. Ну вот из-за этого многие пропускали, например, Хюсейн ездил, Бекташ пропускал, я пропускал, или Бекташ ездил, мы пропускали. Только один человек мог поехать в этом весе. Вот такой у нас был, конкуренция в одном весе, три человека, да. И как началась тренерская карьера? Если бы я знал, честно, я бы не начал, что так трудно работа тренерская, я не начал. Это очень хорошая работа тренерская, но в Турции, я не знаю, очень трудно. Как сказать, неблагодарная работа тут она. Как спортсмен, тут конкретно можешь и карьеру сделать и заработать хорошо. А вот как тренера слабовато тут. Как будто тренеров нету, как будто эти спортсмены сами учатся, сами достигают целей таких высоких. Ну, такая у них система. Не только у нас дзюдо, во всех видах спорта у них такое. Тренер сзади где-то. Но в то же время, вот мы с вами говорили до этого, что все-таки вам удалось, так сказать, достаточно на высокий уровень развить дзюдо уже будучи тренером, и здесь непосредственно в Измите, в Коджили. Роман, когда я переехал в Коджили, конечно, тут вообще ничего не было. Я тут 16 лет времени провел в Коджили. Семья только вот приехали, так, супруга только, первый ребенок туда-сюда. Трудно было, конечно, да. За эти 16 лет в Коджили, конечно, с поддержкой этого города, этого клуба, она до сих пор поддерживает хороших ребят, тут очень. Тут и юноши, и молодежи в зале видели, очень хорошие ребята. Призеры Европы, призеры мира, по юноши, по молодежи, девчонки, пацаны, очень хорошие. Конкретная поддержка есть клуба, если этого не было, конечно, трудно было бы. Я с этим поддержкой потихоньку, конечно, сразу не было, это потихоньку прибавлялось, когда вот результат шел. У меня почти где-то около вот за эти 10 лет, где-то 5 спортсменов по молодежи до 23, Европа, мир, вот такие результаты уже давали.
такие хорошие ребята. Ну, в принципе, я эти ребят взял с других клубов, им было по 16, по 17 лет, такие, значит, которые уже начинали так, выбирал их, и создал этот клуб, и вся сборная почти в этом клубе у меня была. Работа, это да, клуб так называется, Каджили? Да, Каджспор называется, это фабрика тут была, огромная фабрика, бумажная фабрика была, ее закрыли, а вот в честь этой фабрики вот это оставили, этот клуб, все вот это, вся финансированная, все вот это с этого города, все спортсмены в этом в клубе. Это огромный клуб, по-моему, больше 30 видов спорта тут. И сам на первом месте дзюдо тут. Я знаю, что сколько лет, 7 да, назад вы оставили Каджили и переехали в Анталию. Почему вы так решили? Я сейчас и кадровый работник, и сейчас, и раньше, уже 22 года, я уже работаю в спорткомитете, как кадровый работник. Так получилось, что очень хороший друг у меня занимается бизнесом туризма. Сказал, давай попробуем тут, я тебе конкретную поддержку дам. Вы имеете в виду в Анталии? Да, в Анталии, да. А уже тут, в Каджили, знаете, тут уже дальше уже не мог идти, потому что финансирование уже там определенно давали, дальше уже не давали. Там, им это хватало. А Европа, мир, по-взрослому, Олимпиада, им уже это уже неинтересно было в этом клубе. И сейчас поддержка есть только вот до середины, а дальше уже им... А если кто-то выскочит, кто-то получит, нормально это у них. А чтобы так... Для этого спортсмена, чтобы, знаете, конкретно так и тренеру, и спортсмену, чтобы его там продвигать не только финансами, там, поддержать его там во всем, у них определенная слабость есть вот это. И я вот это увидел в Анталии, вот, в новом клубе, мы создали клуб, не только у меня там дзюдо, с поддержкой этого моего друга хорошего, конкретно спонсор он наш был, и до сих пор он. Я отсюда 10 своих лучших ребят взял и с собой увез их туда, в Анталию. И когда работали, уже результат конкретно, уже выше, уже пошел. Ну, инфляция, туризм, это потом пандемия, все это, как и всем, испортило, конечно. Но все равно до сих пор клуб есть у меня, сам президент клуба, тренер клуба, все сам делаю. Ребята очень хорошие есть. Ну, за это время он уже, так сказать, получил известность. Да, и... да, я... Я знаю, что там тренируются не только из Турции ребята. У меня очень много ребят иностранцев из Казахстана, и из бывшего Союза, со всех бывших городов, теперь сейчас стран. Интернациональный клуб у меня, конкретно 13 или 14 стран у меня в зале тренируются, да. Очень хорошие ребята, девчонки, пацаны, да, тренируемся. Они приезжают, уезжают, тем более Анталия же город туризма, да, там море, красиво, все хотят приезжать. И когда они уезжают, вот, тренируются у себя, все время звонят, можно приходить на сборы, приезжают, тренируются, все вместе работаем, да, очень-очень хорошо. Но Анталия, это, конечно, трудновато со спортом, потому что... только с иностранцами, это с иностранцами дальше не пойдешь по сборной, если ты не можешь идти, это только для себя, для клуба, так, интерес такой, чтобы там продвигать его там на Европу, на мир, Олимпиаду, это уже должен быть гражданином турецкой. Ну вот вам как больше нравится, тренером сборной работать или все-таки тренером в клубе? Что интересно? Знаете, Роман, например, вот так, у каждого тренера, наверное, своя какая-то цель, наверное. Например, я с юноши, начинал с юноши, это я 7 лет отдыхал, в сборной не работал. С юноши начинал, юноша, молодежь, взрослый, вот так я шел. Цель, конечно, Олимпиада была, но так получилось, что с федерацией у меня там такие эти были... неполадки, да, и мне пришлось просто уйти и себе и начал заниматься в своем клубе, который я сам создавал. А теперь так получилось, что я взял юношескую команду, в принципе, за такой короткий срок
за такие, в принципе, и нехорошие, и неплохие, средние условия, смог создать, знаете, такую команду сплоченную, дисциплинную такую команду. За 4,5-5 месяцев уже нету, в принципе, неплохой результат для юноши, потому что мы командные третьи были на Европе, сейчас на играх, вот эти юношеские, вот эти олимпийские фестивали, да. Вот этот. Там команда первая стала, в принципе, очень хорошей командой. Грузия, Азербайджан, Франция, мы всех выиграли. Двое чемпионов стали, 81 плюс 90, 73 еще, там сюрприз был у нас. Третьим стал. В принципе, и команда неплохая. Есть эти ребята сейчас уже последние сейчас соревнования. У нас чемпионат мира будет в Хорватии. После этого они учатся уже молодежь будут. У многих последний год, шестого года они. Самое главное, что-то смог сделать и вот эту команду передать уже в молодежный состав. Это же так и должно быть. С юношей молодежь, взрослые, чтобы хорошую команду передавать. Но я, в принципе, для себя доволен за то, что работаю, что мы сделали. Ну, конечно, еще больше можно было сделать, если бы не было бы вот этого землетрясения еще. Месяц мы потеряли турнир в Анталии, не смогли, и команду не смог собрать, знаете, времени не было. В принципе, начал я с 34 человек после Чехии, а уже после Чехии уже 14 человек, Горья, Азербайджан, а потом уже до 7 человек уже команда, костяк команды у меня был. Я так понимаю, что вот сейчас чемпионат мира, и вы планируете завершить работу, да, вообще сборной? Я для себя... Вот сейчас смотрите, у меня в зале было 120 человек, ребят. За эти 5 месяцев человек 20 осталось. У меня в зале, они разбежались просто. В Анталии? Да, в Анталии. Меня нету, ребят нету. Но есть и помощники тренера есть, но они еще молодые. Знаете, и родители не то, что не доверяют, просто меня нету и детей нет, не хотят. Я им сейчас ругаю, я и так, знаете, когда уходит тренер, они не так уже к другому тренеру относятся, потому что я с ними уже 5, 6, 7 лет уже занимаюсь. И они уже, знаете, как родные, и родители все время там на связи, звоним друг другу там. И они там, тренер, вас нету, короче, там. Я говорю, ладно, я же вам сказал, что у меня не будет только 5 месяцев. За эти 5 месяцев будет там несколько тренеров, и они будут вас учить. Я буду ему программу давать, они будут учить, но они многие не ходили. Ну, были, есть такое, да. Анталия, плюс еще жара, там, когда можно, да, дома сидеть или там, не знаю, там, ездить куда-то в жару. Не хотят, наверное. Вот что для вас важно, как для тренера? Что важно? Какую задачу, как тренера, вы преследуете в тренировочном процессе? Что важнее важно? Сборная? Нет, вообще. Ну, сборная, это, конечно, дисциплина должна быть конкретной. Если дисциплины не будет, не будет ничего. У них не было дисциплины. Я, наверное, процентов 90 его сделал. В принципе, все довольны. Президент доволен, все довольны. Я, знаете, никого не только не обидел. Со всеми одинаково. Турниры были сам, каждый сам для себя там. На турнире они сами борются. Мы то, что им показываем, то, что делаем, они там и так и делают. Мы там секундируем, что мы там кричим, не кричим, они все равно не слышат многие. Это уже на ковре он сам уже. То, что ты ему дал, этому спортсмену, да, что как его подготовил, конечно, там же процесс их тренировок еще идет. Я все время был благодарен тем тренерам, которые работают с этими детьми. Потому что в Турции, знаете как, например, я вот старший тренер, да, результат есть, как будто это я сделал все, понимаете. А там еще лет 10, наверное, работы с этими детьми вели их тренера. Угу. Ладно, я-то их подвел, там, довел куда надо, там, это, конечно. Но я с ними все время, даже вот теми ребятами,
с тренерами все время. Ну, они меня знают все, я с ними в контакте все время. Если что-то надо спросить, там, это сделать, там, знаете, ребенок первый раз со мной на сборах, я его не знаю, а тренер же знает его. Там некоторые вот эти, ихние вот эти секреты, которые я беру вот у тренеров, например, что он любит, что не любит, как он чувствует, не чувствует. Ну, чтобы узнаю от тренеров, и чтобы мне легче с ними общаться. В принципе, я как человек, нетрудно со мной договориться или там поговорить со мной. В принципе, не злой такой тренер. Бывают такие злые, такие, да. Любому могу там объяснить, сказать, поддержать, дух дать боевой такой. Если у него даже нет, могу так подбодрить его, что он будет бороться. Я, в принципе, у нас неплохо получилось. 81 никто не ожидал, что он выиграет. Выиграл. Ну, в тяжах-то Татарулу там многие ждали, конечно, но все равно это же спорт, дзюдо, ошибка бывает же. Тем более там теперь много ошибок не надо делать, там судьи конкретно свою работу делают. Там чуть-чуть там и то уже, все уже уходит сладко. Даже в клубе, да, у меня, вот знаете, в клубе очень много разных детей. Вот с Азербайджана, с Казахстана, уйгурцы, чеченцы, дагестанцы, кыргызы, месхетинцы, турки-месхетинцы, украинцы, Россия. У меня в зале конкретно много очень ребят разных. Очень все хорошие ребята. Честно сказать, то, что поддержка с их родителей в развитии сына или девчонки своего в этом спорте, конкретная поддержка есть у них. У турков такого нету. Туркам наоборот затаскивать надо в зал. А тут они да, чуть ли не умоляют, там возьми моего сына, там ребенка, там, знаете. А у них такого нету. И они ждут 2 часа, 3 часа возле зала будут сидеть и ждать своего ребенка, понимаете? Они уже что-то влаживают в своего ребенка, знают, какая-то цель есть у них уже. А вот у турка, я не знаю, или у них все есть, я не знаю, в принципе, все условия есть, бесплатно, бесплатно все дается, зала бесплатно, наверное, из-за этого, наверное, может, надо платить им, чтобы были посерьезнее. Ну, не знаю. Иногда, не, знаете, не как бывает? Сказать. Например, так бывает. Занимаешься человеком, например, 4-5 лет. Уже все, она пошла уже, или пошел он уже, все уже. Результат идет. Турция, там, тройка, там, игры, Балкан. Раз, бросает спорт. Тренер. Вас знаете, это конечно, расстраивает? Конечно расстраивает. Я со своими спортсменами, ихними родителями, все время в контакте. Я с ними сажусь вот так. Чаша кофе. Чай, сидим и говорю, я буду заниматься с вами, вашим ребенком бесплатно. Просто дайте поддержку, родительскую поддержку ребенку, и все, больше ничего не надо. Я вам честно скажу, у меня в клубе, вот свой, да, тут многим ребятам, тогда еще много быть, такие, которые ребята, знаете, видел в их цель, что из них что-то получится, в клубе сразу зарплату им ставил. Ничего еще не было. Даже не Турция, не призер, ничего. Вот я в этом ребенке что-то вижу. Просто поддержка родителями ребенка, чтобы он мог ездить, значит, туда-обратно. В принципе, неплохие деньги. Через клуб я им платил. Чтобы они... Вперед я, например, знаете как? Инвестиции, как бы. Сажаете, да? Маленькое вот это, да? Не дерево. Росток. Росток, да? Это же то же самое. Сажаешь его... Потом поливаешь, ухаживаешь, он растет. А потом уже надо собирать уже, да, потихоньку. Вот до этого времени доходит, и все, разбегаешь. Вот это обидно бывает, понимаешь, столько времени потрачено. Да, как тренера, да, сильно это задевает, но потом привыкаешь, конечно, но это больно. Это больно, тем более, когда уже Кубки Европы, когда уже Европа, молодежь, юноша, тогда вообще убивает. Это уже все, уже там, ты вложил туда всю жизнь. Ну хорошо, они уходят, допустим, идут учиться или еще куда-то. Вот бывает такое, что через вот за столько лет, сколько вы тренируете,
кто-то вот тренировался, потом он ушел учиться, а потом через какое-то время вам звонит и говорит: спасибо, тренер, я там благодарен вам, что вы со мной занимались, но я стал там врачом или там ученым или кем-то. Да, так, конечно, с ребятами, да, созваниваемся, да. У меня очень много ребят сейчас учителями работают, в министерство работают, звонят на праздники, звонят так, когда что-то надо, там звонят, или я, когда бывает. Да, есть, которые контакт держат, есть, но не все, конечно. Своя жизнь, наверное, уже. Но они, наверное, поймут, когда они начнут тренировать или учителем, там, я не знаю, в школах или там как по тренерской работе, тогда они узнают. А пока они не начнут тренерскую или учительскую работу, это не узнают они. Мы же все для них делаем. Я вам честно, те условия, которые мы были вот в Куджеле и вот сейчас до сих пор в Анталии, многих клубах нету. Они вот те клубы, которые туда идут, вот есть разные клубы такие, недовольны там этими клубами, там меняют их быстро. Кто туда бегает, кто больше даст, туда и бегают. Трудно, да, как тренер, конечно. Я вот сейчас понимаю и своего тренера, когда мы вот уехали, но мы-то сказали, что мы едем. Там еще такое положение было, 90-е годы. 93-е года, обида у него была, что мы уехали. Конкретно, что я уехал, да, ну, потому что я его ученик был, Бекташ тоже его ученик был, Хюсейн Аргунский, Зелимхан Татарлы, он с другого села был. Но они все тренировались там, в центральном зале, да, тренировались. Да, вот теперь, конечно, может, он несколько раз так у него было, что мы уехали. А у меня это много раз было. Вот за эти 30 лет я уже успел, наверное, 100 раз уже разочароваться уже. Ну, это, конечно, знаете, больно это, когда твой ученик определенное время не только уходит в другой клуб. Я, если он уходит в другой клуб, я наоборот ему поддерживаю. Давай, иди. Если ты хочешь, давай туда иди. Если дальше хочешь идти. Но я знаю, если он от меня уйдет, он там дальше не пойдет, не пошел ни разу. Хоть призеры Европы там были по-взрослому, третьим там были пацаны у меня. Девчонки хорошие были, результаты. Я никогда, я даже каждый месяц 1 января всем говорю, кто хочет уйти с моего клуба. Тут еще надо было за бонсель заплатить, если хочешь куда-то уйти в другой клуб. Тут официально надо еще оплату делать. Там и немалые деньги это еще были. Тем более, если у тебя результат европейский, мировой, там $10,000, $15,000, такое время было туда. Я им всем говорю, если вы недовольны, говорю, если вы хотите, чтобы еще там что-то, давайте, пожалуйста, берите бонсервис, идите куда хотите. Лишь бы вы это, знаете, середины года или там потом там что-то не говорили, хотите уехать, давайте, договаривайтесь, клуб. Я даже буду договариваться с другими клубами, чтобы вас взяли туда. Это уже без проблем они возьмут сразу. Лишь бы они довольны были, да. Но они быстро бросают. Быстро они. 22 года, 21 год, 23 года. 4-5 пацанов у меня, призеры Европы. Юноши, молодежь, взрослые. Бросили. Шариф, дзюдо это легко или трудно? Если серьезное дзюдо, это трудно. Очень трудно, если серьезно. Трудно в чем? Например, да, полгода тренируешься, например, чемпионат Европы, да? Днем и ночью тренируешься, да. Раз, поехал, первый, второй слот проиграл, все. Этот весь труд, вот, знаете, потом не можешь прийти, там, не знаю, неделями не можешь прийти, потому что ну, проиграть никто не хочет, конечно, да. Это очень трудно, потому что утром, днем, вечером на ковре ты. Все время в разъездах. Конечно, если серьезно тренируешься, не так, чтобы так поехать на сбор, там, знаете, там, многие, видите, в зале, да, как тренируются. Если так, это легко, но это же не серьезно. Это не только не серьезно, это просто трата времени. А как можно в дзюдо тратить время, это невозможно просто. Потому что конкретно много сил уходит. А чтобы так на сборы поехать, туда, на соревнования, это же... Как это можно просто так? Просто это просто невозможно. Для нас это так было. Для нас вот четверых, которые вот до сих пор вместе вот с ребятами.
если серьезно, должно быть серьезно. Тем более переехал в другую страну, ты же бороться приехал. Еще знаете, что у нас было? Например, нас не принимали тут, конкретно не принимали. Ну, мы у них не то что забрали хлеб, да, потому что у них не было результата, и тот результат, который мы давали федерации, это, конечно, нравилось. Медали идут кому-нибудь, а вот эти их туристические поездки, они закончились. Потому что тут медали идут, и нас возили на все соревнования. Хоть мы их все время просили, вот эту федерацию, тренеров там, их тоже там, типа, водите, ну, почему нам все время нас туда отправлять? Потому что ты устаешь же все время соревнования. А им медаль, а медаль только у нас появлялись. Шарип, мы еще, конечно, можем много с вами говорить, и я думаю, что мы еще с вами увидимся, еще кое о чем поговорим. Ну вот на сегодня, в заключение нашего такого небольшого интервью, что бы вы могли пожелать молодым дзюдоистам, так сказать, напутствие от тренера? Не только там, может быть, своим, да, подопечным, но вообще всем. Что бы вы могли что-то, какое-то напутствие сказать? Сперва я хочу поблагодарить, что вы приехали сюда, с Болгарии, с командой, с болгарской сборной командой. Что мы провели хороший сбор. В тот раз у нас не получилось так хорошо поговорить, сесть. А сейчас времени много было. Конечно, мы будем вот эти совместные сборы проводить и с болгарами, и с другими странами. Это очень помогает. Не только помогает, и опыт набираем, и там, я не знаю, там, например, если мы поехали бы куда-то в другую страну, столько ребят не получили бы эти сваты, которые тут они взяли. Понимаете? Не то, что это. Я, честно сказать, сперва хочу, чтобы на белом свете, чтобы был мир. Самое главное хочу, чтобы это, чтобы войны не было нигде, чтобы ни одна мать не плакала, что его сын не приедет, или я не знаю, вот сейчас последние вот эти виды. По-моему, мир всем хватит, просто если жить хорошо, это всем хватит, но, к сожалению, это происходит и умирают люди. Я хочу, чтобы все люди, все спортсмены, тем более спортсмены, спортсмены это вообще совсем другое. Уважение спортсменам друг друга, это вообще конкретно, тем более в дзюдо, это вообще на высшем плане. Я желаю успеха всем, удачи и побольше побед. И побольше японов, наверное. Японов. И спасибо вам, Роман. Шарип, ну я хочу, во-первых, тоже поблагодарить вас ответно, что вы вот организовали такой прием хороший для команды болгарской. Нас приехало 15 человек вот, в Олимпийском центре Куджили. Мы хорошо позанимались. Я думаю, что ну, болгарским ребятам это точно на пользу пошло. Однозначно. Вот, благодарю вас, что вы рассказали немножко о вашей истории дзюдо. Я надеюсь, что зрители, кто, может быть, с вами не знаком, теперь больше знаком с вами. Может, кто слышал только, что вот были такие ребята, смельчаки, которые уехали в начале 90-х и, в принципе, подняли, так сказать, дзюдо в Турции на достаточно высокий уровень. И вы именно из той четверки, да, так сказать. Вот. И надеюсь, что те, кто посмотрит наше видео, узнали что-то большее о турецком дзюдо, о вас лично. Ну и может быть, когда-нибудь кто-нибудь приедет еще, или в Куджейли, или в Анталию, в ваш клуб. Так что добро пожаловать. Мы будем рады. Да. Проходите. Как вы сказали, тоже я поддерживаю, что интернациональное дзюдо. Да, да. Да, без границ. Без границ. Спасибо всем, кто посмотрел наше видео. До новых встреч.